Пи-пи-ри-пи-ди-пи-ри-пи-пи-ри-пи-ди-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Нет, 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 я не хотела! У меня уже этот рефлекс! Нет, стой, стой, падла! Стой, я хочу твою тачку! Нет, меня догоняют письки! Письки, отстаньте! Блин, что за хрень с вертолетом? Почему его это так раскособочило? Отстой. Где? Тут поблизости нигде нету задания оставления следов. Твою ж мать. Ладно, идем сюда. Делать было нечего. Дело было после сессии. Хотя, в принципе, во время сессии тоже можно играть. Ну, не за 2 часа до экзамена, конечно. Это, в принципе, очень странно. За 2 часа до экзамена нужно бухать и веселиться. Ну, я обычно просто пью кефир и слушаю шутки из аншлага. Вот так вот я и провожу. Ну, в смысле, бухаю и веселюсь. А чего, как-то по-другому, что ли? Я просто думал, что так и надо. Крепкие напитки, смешные шутки у меня постоянно. Кефирный аншлаг. Твою мать, как мне тебя увидеть? Почему я вылетел? Ты ж ты, писька, стой. Выйди. Ой, он тоже вылетел, что ли? Или это была просто машина без ничего? Окей. Может, он уже успел убежать, сказал, да, не-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 не, у меня нет страховки. Меня сейчас это заставит нагнуться и отработать. В смысле, мыть пол. Твою налево. Твою козел! Белая машина! Ненавижу белые машины. А, еще больше ненавижу. А, тягач! Черт, Green Road? Окей. Или Road? Кё? Yeah, как я прокатился. Да, это путь огня есть. Почему здесь написано, вот смотрите. Почему там написано вот здесь вот. Оставление следов, а тут путь огня. Я не понимаю, это как написать, что туалет мужской, а там на самом деле собачий туалет. Окей. Ну я понял, мне не нужно, чёрт, мне не нужно говорить. Они говорят то же самое, что и раньше? What the fuck? Почему я? Какой? Чё происходит? Фиолетовый меня бьют, что ли, или чё? Да нет, наверное. Почему ты не мог свернуть? Неужели у этого мотоцикла есть физика? Нет, у него такая же физика, как у точечной частицы. А, ни хрена себе какое, да? Видимо, вот эти красные заставляют в другом. А, в смысле, они меня сбивают с маршрута истинного. Они как Дарт Вейдер. Как темная сторона силы. Блин. А здесь довольно-таки сложно. Просто надо тормозить, наверное, иногда. Я его вообще не задел. Я его тоже не задел. Что такое происходит? Почему они взрываются просто так? Может, я какой-то бонус схватил? Не знаю. А, мне же можно станцию переключить. Я хочу станцию Владивосток FM из GTA 4. Там, где зеленоглазое такси. Притормози, притормози. И еще этот Серега. Ай, люли, ай, люли. Блин, что за вжо? Я не хочу столько раз вжо. Я тогда буду ехать это по красненьке, потому что там минус вжо. Может быть, Акели стоило было перевести вот эти вжо? Я не понимаю, что за вжо. Может, какие-то очки? Но я не вижу этих, эти очки нигде не написаны. Может, они в итоговом зачете там какая-нибудь проявляется. В итоговом зачете. В итоге все проявляется через вжо. Капец. А-а-а! Видимо, оружие какое-то летит от меня, вот эти красные хрени. Может быть, это вжоет какие-нибудь там эти
Что за... Вы видели, да? Я сбил синюю, меня вот так вот кацануло. Что происходит? Я повернуть не могу. Я повернуть не могу. Я не могу повернуть. Вау. Это было классно. Я в красный не врезался, врезался в голубой, и меня что-то кацануло. Почему-то странно. Может быть, это какими-то дополнительными... А, да, это, наверное, дополнительные секунды. Вжо. Как эти... Чё за... А, я прошел. Думал, где мои дополнительные секунды. Или не прошел? Прошел, не прошел? Да, прошел. Я так понял, вжо это дополнительные секунды. Вжо, вжо эти дополнительные секунды. Окей. Теперь в вашем гараже есть машина. Правда, машину я еще не видел. Ран повышается. Кое-что тоже увеличивается. Я расту. У меня растет. Вся дурная слава полиции обнуляется. Я не понял, как это действует. Один раз, что ли? За один раз обнуление дурной славы нужно платить 16 500 долларов? Или подождите. Да нет, вроде, у меня сейчас ее нет. Зачем мне ее покупать, например? И не знаю. Да не надо мне это, в жопу уберите! Искатель колешек? Коллекционные предметы в мире будут подсвечены. 49,5, нифига себе. Возрождение, скорость. Навык карманник, навык падающий, улучшенный бег 3. Блин, как дорого все, а. Восстановление здоровья 3, да, давайте. Естественно. Это будет на 24 уровне, открыто на 29, нифига себе. Так, я не знаю, где кто-то мне говорил, что можно прокачиваться, но нельзя. То есть давайте все посмотрим, чтобы никаких этих инсинуаций не было. Это карта, это миссии, тут нету никаких прокачиваний. Это книга с заданиями. Это камера. У меня золотой статус закончился, мне неохота покупать его заново, тратить деньги на это, да. Чтобы играть в мультиплеер на Xbox, нужно платить деньги. Вот такой вот дебилизм. Это поставить радио. Это магазин. Но я так полагаю, улучшение здесь только вот, в смысле, уровень влияет на улучшения, которые открываются, и все, по-моему. Телефон. Тут нету прокачивания. Деньги. Ну, деньги отмыть надо, да. Экстра. Читы и статистика. Я играю уже 10 часов. Выполнена миссия, ну, где-то 2 трети. Нету здесь, нельзя прокачиваться, так что не пишите, что можно прокачиваться. Или напишите, где конкретно. Я не вижу, где. Способны? Если вы про способности там кто-то писал, то я их как бы нашел, если что. Давайте еще одну миссию огня пройдем. Миссию огня. Карту огня. Миссия огня. И... Говно. Да где музыка? Пойдет. Примерно так поет группа Muse, как я только что спел, только еще более унылый. У них, по-моему, только две песни нормальных, остальные это просто завывание, как будто кому-то ударили по ноге, и он ноет после этого. Да идите в топку со своими диалогами, вы только отвлекаете меня от прекрасного вождения по линейному уровню. Стиль которого украден у Трон. Ну, конечно, не украден, просто хорошо повзаимствован и сделана пародия. Наверное, это... я не играл последнюю игру Трон, я вообще, кстати, не играл в Трон 2.0. Нет, играл. Нет, не играл. На последний трон я не играл. О! Да ну нафиг. Классика, если должна... Если классика есть, то она должна быть крутой. Почему? Я только что прицелился в этот танк, но не попал в него. Я еще успеваю переключаться. Я вообще крут.
Хотя, наверное, кто-то успевает не только переключаться, но и накраситься. Причем и прямо в машине еще в это время играет Saints Row. Я не знаю, как вы затащите в машину приставку, но как-нибудь. На ноуте там. Капец. Давайте послушаем опять это завывание. Не до Beatles. Блин, это было намного легче, чем в прошлый раз. Потому что меня не подкидывало на всяких углах гладких. Блин, ну почему написано оставление следов на... написано оставление следов на карте, а на самом деле называется путегня? Вот это меня что-то смутило как-то. Я думал, а где эти миссии? Я точно помню, что они называются путегня. Они называются по-другому. Все, кончились, да? Давайте что-нибудь купим. И вон еще пойдем. Метамфетамическая лаба. Ууу! Метамфетаминовая лаба. Значит, там, наверное, сидит этот. Блин. Главный герой сериала Breaking Bad, наверное. Упс. 350 пешеходов переехано. Еее, я иду к успеху. Если рэп и должен быть, то хотя бы в нем должен быть классный ритм, чтобы можно было сидеть и слушать хотя бы ритм, а не это... Да блин, хватит токла ломать. Вот. Слушайте, а мне это, по-моему, известна даже песенка. Она какая-то старая. Нет. Ой, кажется, я в ямку въехал. Дебилы. А, я тоже дебил. Ах ты, тварь. Ну-ка, вставай. На тебе гранату, кретин. Еще одну гранату, на. А ты что приехал? Сдохни. Все, я пошел отсюда. Неа. Неа. Я быстро бегать теперь могу, я в юбке. Лицо пол, привет. Спасибо за тачку, дебилы. Ладно, погнали миссию делать, заодно освободимся от этого, от влияния этих декеров. Кого? Давайте Пирса. Меня эта дура задолбала, которая заставляет таскать коробки. Careful, Чувак полный пофигист. Ух ты, у них эти появились сейчас заграждения. Ну я этим заграждением проехал по нему, конечно. Пошел вон, кусок. Выйти что ли прикупить здание? Ну и что за мной гоняется вся банда в мире? Вся банда декеров. Ну что меня догоняет, Бэтмен? Что такое, мне, по-моему, кто-то застрял в этом. В колесах меня что-то почему-то все время тянет в другую сторону. Скотина. Вонючий бронетранспорт. А, блин, это просто какобух. Ай. Какобух. Мусор не... Мусор... Мусор. Машина, которая вывозит мусор. Я просто ее в детстве назвал какобух. Почему какобух? Какобух. Проехали, вы этого не слышали. Все. Fuck you, fuck you. Я от вас отстал. Отстал. Твою мать.
Блин, мне... Вы видели, как они вылетели в синхрон? Это было капец смешно. Я дебил. Черт, я думал врезаться в стену. И в это время выпрыгнуть. Ну как же они вылетели? В Чапаева играют? Шахматами. It's not safe here. You guys clear this place out. I'll buy you some time. Как она будет покупать на время? Так, нам нужен имплантант времени, пожалуйста. И тут ей человек на углу говорит: пс-пс, у меня есть особый имплантант времени. С замедлением. Черный рынок. Твою мать, кто меня стреляет? Dividing them up sounds good. I'll find one of the stag bases and draw them away. Козёл уехал с моего пути. Блин, за то, что меня стреляли, я что-то не понял, что там надо было. Кто-то там на базе был и что-то делал. Я, в принципе, уже половину диалогов пропустил, поэтому не страшно, наверное. Что пропустил вес? Капец. How's all that packing up going, Pierce? Slow. We got a lot of shit. Only take what's important. What do you think I'm doing? The chessboard doesn't count. Man, that's cold. Насрать, едем сюда. Бульк? Нет, я проеду. Я это сделал. Угоните СВВП. Самонаводящийся Владимир Путин. Владимир Владимирович, не надо! Я хочу вас угнать! Всего лишь я хочу вас угнать! Нет, нет. Виляем. Да где в жопу. Почему она не стала угонять? Она не хочет угонять. Ух ты, еще два режима. Ни хрена себе! Черт, что я сделал? Упс. Я же не знал, что он так полетит клево. Мне бы второй. Спасибо. Я сразу бы привлек внимание, если бы у меня было. Японский городовой. Твои на ни хрена себе. Клево внимание привлекает. Вот так вот девушка привлекает внимание обычно. Ну я как бы так знаю, думаю. Нет, только не свою тачку, нет! Сволочи, я за это отомщу! Сгорите в аду, твари! Найдите от базы отряда. Да нахрен! Я буду просто летать и мочить. Эй! Что делать здесь, лайнер?